Ансамбль «Воронежские девчата» выступил в Димитровграде и Ульяновске в рамках 55-го международного музыкального фестиваля «Мир, эпоха, имена». За 51 год своей деятельности «Воронежские девчата» гастролировали во многих странах, в том числе на африканском континенте, в Индии, Японии, Китае. Также были в горячих точках – Беслане, Цхинвале, Афганистане. В Ульяновске ансамбль выступает в третий раз. Как рассказала директор ансамбля Анна Ковригина, впервые воронежские девчата были в нашем городе в 1970 году. Когда было столетие рождения Владимира Ильича Ленина, мы были здесь, когда было здесь вот открытие мемориала, но не в сам день, а просто вскоре. Мы тоже здесь выступали. Вот. И также жили вот в этой гостинице. И, в общем, посещали места и дом Гончарова, и знакомились с творчеством Карамзина, и многих-многих других. Так что Ульяновская земля ваша очень богата. И мы рады вновь, что нас сюда пригласили именно на такой грандиозный фестиваль музыкальный и с таким громким названием «Мир, эпоха, имена». Это звучит. Вот. И, конечно, почетный. Во время концерта девчатам аккомпанировал Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов под управлением приглашенного из Тамбова дирижера, лауреата российских и международных конкурсов Алексея Моргунова. В концерте прозвучали русские романсы и народные песни, а также песни современных отечественных композиторов. Как отметил Алексей Моргунов, программа была основана на весенней музыке. Эта программа подготовлена специально вот к этому замечательному весеннему празднику. Празднику весны, празднику жизни, вечной женственности. Это будут, прежде всего, конечно, обработки народных мелодий, обработки разные, обработки современные, обработки... Я думаю, что это будет очень интересно, потому что ведь воронежские девчата, они не только поют, они еще и танцуют, и при этом делают это одновременно. Профессионализм исполнителей, богатые аранжировки произведений и красочное художественное оформление номеров создали по-настоящему праздничное весеннее настроение. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».